31 января в храме Рождества Христова после божественной литургии на территории казачьего хуторка по благословению настоятеля храма протоиерея Александра Игнатова состоялось мероприятие с участием сотрудников службы МЧС. На мероприятие по пожарной безопасности собрались прихожане и гости храма, а также воспитанники воскресной школы и их родители. Вначале был проведен инструктаж по первичным мерам пожаротушения, обращению со средствами противопожарной безопасности и поведению во время пожара. Прихожанам и гостям храма рассказали о спецподготовке, которую обязательно проходят пожарные за все время службы, об оснащении пожарного автомобиля и о степени защиты одежды пожарного. Телефон пожарной охраны какой? 0-1. После инструктажа пожарные продемонстрировали работу порошкового огнетушителя. А прихожане и гости нашего храма, предварительно надев боевую одежду пожарного, смогли попробовать применить средства пожаротушения. Для имитации пожара был использован специальный противень с горящей жидкостью. Далее спасатели продемонстрировали имитацию условного пожара и показали применение пожарного рукава в тушении возгораний водопенным раствором. Особое впечатление участников мероприятия произвела работа пожарного лафетного ствола с подачей в очаг возгорания 3000 литров вещества для тушения в минуту. После учебно-показательных выступлений спасатели уделили внимание детям. Ребятам дали возможность залезть внутрь машины, посидеть в кабине и все потрогать своими руками, что вызвало большой восторг. Сегодня было очень интересное мероприятие. У меня старший сын сказал, хотел уйти, хорошо, что не ушел. Очень для нас это было, конечно, неожиданно, что у нас в храме после службы такое дети увидели настоящее, можно сказать, пожарное шоу. Большое спасибо организаторам. Все было очень интересно, зрелищно, захватывающе, неожиданно. Но слава Богу, что это все мы увидели, узнали. И пусть нам Господь помогает, и не было у нас в домах пожаров. Спасибо большое отцу Александру и всем, кто принимал в этом участие. Также пожарным, которые приехали и все это нам продемонстрировали. Спасибо. Деткам очень понравилось. Всех с праздником, с воскресным днем. В конце встречи настоятель храма протоиерей Александр Игнатов поблагодарил сотрудников службы МЧС и сказал напутственные слова. Я хочу вручить вам Священное Писание. Пусть Господь благословит вас. Самое главное, читайте эту книгу. В ней столько мудрости, что за жизнь не освоишь. Но читать нужно, потому что что-то откроется, то, что тебе поможет спасти твою душу. Потому что там она и о душе, и о спасении нашей души. Вот поздравляю вас, желаю вам здоровья, мира и всего самого доброго.